Значит, здесь 50 и 32, 82 килограмма. Потом скажем. Владлен гуляет. Зафиксировал, держать. Гудлифт. Есть. Так, подожди. Давай покажем снаряды. Сейчас. Это уральская гиря. 50 килограмм со скосами. Давай поставим. Ну или потом. Да. 49 900. Но здесь как весы стоят. Мы ее взвешивали неоднократно. И гиря ВХФС. 32 200. Итого вес 82 100. Даже по взвешиванию. Сейчас Владлен взвесится сам. В штангетках 93 700. Ну, без штангеток, наверное, там в районе 91, да? 92. Да, это серьезная заявка. Почти свой вес, тем более раздельным весом. Давайте поприветствуем Владлена. Это заявка на третий международный конкурс на призы уральской гири «Добрый богатырь». Владлен Валяев из Брянска.